Во время протестов в Казахстане погибли более 150 человек. Жертвами беспорядков в Казахстане стали 164 человека. Об этом пишет РИА Новости. В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, в Алматы – 103 человека, говорится в сообщении. Спутник Казахстан указывает, что в Кызылординской области умерли 21 человек, в Жамбылской – 10, и в Алматинской – 8. При этом в Алматы во время протестов погибли двое детей, добавляет агентство. Однако эту информацию пока не подтвердили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Более 2000 жителей страны обратились за медицинской помощью. По сообщению телеканала «Хабар-24», больше всего пострадавших в Алматы. Помощью у врачей попросили более 1000 человек. Ранее в МВД республики заявили о гибели 16 казахстанских силовиков. Пострадали более 1000 человек. Напомним, 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил днем траура в стране.